Польза красной рябины для женщин. Если женщина мечтает о зачатии ребенка, медики советуют употреблять продукты с большим содержанием аскорбиновой кислоты. В красной рябине содержится большой процент этого витамина. Не только плоды, но и листья помогают остановить маточное кровотечение. Используется в таких случаях и свежий сок ягод. Благодаря наличию в красной рябине магния, женщины, использующие это растение в лечебных целях, легче переносят перестройку организма в период климакса. В это время резко снижается выработка эстрогенов, но рябина помогает организму вырабатывать эти гормоны, снижая приступы ощущения жара. Для мужчин здоровое и крепкое потомство во многом зависит от мужчины. Но и сам он должен быть здоров, а для этого ему необходимы витамины и полезные вещества. Имеющиеся в рябине витамины, кальций и цинк помогут зачать здоровое потомство. После 50 лет многие мужчины ощущают недомогание, поэтому в рацион желательно включать напитки из красной рябины, чтобы поддерживать здоровье. В рябине содержится много фосфора, который очень благотворно влияет на либидо, как и наличие такого элемента, как марганец. Рябина не рекомендуется тем людям, у которых выявлены такие заболевания, как патологии нервной системы, так как это растение обладает возбуждающим эффектом. Повышенная кислотность желудочного сока, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт или инсульт, гипотония в выраженной форме, повышенная свертываемость крови. Надеюсь, вам было интересно это видео. Спасибо за просмотр, до свидания.